Самадин Ахматов – участник боев за Ленинград. 900 дней он отстаивал вторую столицу, невзирая на натиск и голод. За свою отвагу он получил орден первой степени Великой Отечественной войны. Он мечтал пройти на параде победы, но ранение, полученное при штурме Кёнигсберга, изменило его планы. Я мечтал, чтобы скорее все это закончилось. Когда объявили о победе, мы плакали. От счастья. Плакали о тех, кого не было уже с нами. Думали о том, что вскоре увидим родных, ушедших на войну. Но никто не вернулся. В селе Урток Кучкорского района вместе с Самадином Акматовым всего 6 ветеранов. Всем им местными властями оказывается поддержка, в том числе и материальная. А в нашем Аэльном Аймаке осталось всего 2 ветерана. Мы помогаем им всем, чем только можем. Наша благодарность им безгранична. На местах не устают благодарить ветеранов за победу. Асеку Субалиев, ветеран из Нарынского района. Его тоже посещают и представители местной власти, и другие. Я был на параде Победы в Москве в этом году. Такого еще я не видел. А когда прошли по площади солдаты Национальной гвардии, я испытал чувство гордости. В Нарынской области осталось 37 ветеранов. Хоть и большая часть из них не нуждается сегодня ни в чем, все же внимание и почтение, которое оказывается молодым поколением, греет душу, признаются они. Ширина Снакунова, Бөлекбай Шаримбеков, Чолпанбек Аббасов, Общественный первый канал, Нарынская область.